Второе место в танцах на льду заняли Яна Хохлова и Сергей Новицкий. Посмотрел на оценки в протоколах, которые уже опубликованы на сайте ISU. Жестокое, конечно, судейство здесь было. В чем-то непонятное. В чем-то просто не для нас. Но тем не менее, несмотря на то, что они были поставлены на третье место в произвольной программе, они остались вторыми. Ну и катались здорово. Яна Хохлова и Сергей Новицкий. Первый этап серии Гран-при для них завершился серебряной медалью. Несмотря на то, что они эмоционально, по-моему, были настроены даже на то, чтобы обыгрывать американцев. И уж никак не проигрывать итальянцам. Тем не менее, впереди еще достаточно времени. Они будут выступать еще и на американском этапе, также в соперничестве вместе с американской парой Танит Дельбина и Бенджамина Агоста.